Российские власти ищут, как перекрыть одну из самых популярных схем по отмыванию денег в России – через суды. Об этом в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин. Если коротко, деньги с помощью этой схемы выводят, создавая эффективные долги перед подставными иностранными лицами, а потом дожидаются решения суда. Чеханчин сказал, что недавно схему обсуждали на совещании при администрации президента. Проблема стоит в том, что очень часто это судебное решение других государств, других стран, и наш суд должен согласиться, просто подтвердить процессуально, что не нарушена процедура или не нарушена. И вот здесь мы ищем просто решение. Я думаю, что в ближайшее время решение будет найдено и меры будут приняты.